have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки, и мы начинаем с вами из меню по одной простой причине. Вот этот скинчик, который мы открыли с вами в прошлой серии, который я думал, что это улучшение для костюма, мне такие сказали: фиг, чувак, это скинчик. Это просто скинчик классического морпеха. Я его пока что оставлю. На самом деле я до сих пор чувствую этот вкус разочарования. Ладно, увидимся в игре. Итак, ребятки, загрузили нас недалеко на самом деле. Загрузили нас вон там, я сейчас пришел сюда, просто перебил тут всякую мелочь. То есть, по сути, мы практически оттуда же начали. Меня до сих пор мучает вопрос, как забрать вот это. Я этого не знаю. То есть туда как-то, может, и можно попасть, но ладно, забейте. А как? А, ребят, мне же туда, наверх, не? А, я понял. Так нет! Я ж должен... Стоп. Я туда должен, наверх, не? Нет. Или туда? Стоп, стоп, стоп. Вон там эти ребята, но добраться я до них не могу. Ладно, погодите. Так. Ладно, ребят, вроде как я там кое-что увидел сейчас, пока пропрыгивал. Здесь вот такая штука есть, которую я так случайно не заметил. Давайте сюда. А почему я не могу? Нет! Это было тупо сейчас. Я что, опять здесь? Да ну хорош! Ну он меня сбил, ну ёпырес это, иди сюда. Голова ходячая. Давай, 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 сюда, поближе. Ну хоть хпшку с него получу. Хорошо. Ой, я сейчас кому-то покидаюсь. Ой, кому-то покидаюсь сейчас. Так. Мне нужен вход. Так, тут есть. Сюда. Я же не поверю, что он туда, не? Или как, или что? Ну, сейчас туда наверх, это понятно. Я не поверю, что ты не можешь ту дверь разбить. Ладно. Угу. Сейчас, блин. Нет! Ну чё, вот это каждый раз заново все пропрыгивать. Спасибо, спасибо, игра. Я оценил всю иронию. Давайте тут еще послушаем. This is Dr. Elena Richardson, log entry 005. Subject analysis of Doomslayer, February 2nd, 2163. Maybe he is a god. Maybe he represents humankind's rage. Their will to persevere, to overcome that which would threaten our survival. He is uncompromising, a relentless being of violence that knows no mention of the hesitation shown by our many leaders and politicians during our time of judgment. А хорош, что тут виндеть, мы же шутер играем. If he can't, we as a species, all species, will not survive.
Ну, типа, да. Кто, если не мы и все дела? Ты вот сейчас серьезно? Видимо, серьезно. Так, туда, туда. Сюда. Здравствуй, чувак. Т-1000, блин. Т-800. Нет, Т-1000 это же жидкий. Че это я его Т-1000-то называю? Все, поговорили? Две ракетки. Нормально. Так. Это нам сейчас сюда. Там ребята тоже, короче, месяца. Бель месяца. Привет. Никто не родился грешником. Вам нужно тяжело работать, чтобы добиться успеха. Evolution is our destination. Туда можно добраться. То есть, по идее, мне, наверное, туда. А куда мне изначально? А, так мне туда и есть. А зачем я сюда пришел? Что я здесь делаю? Блин. Тупо. Окей. Это мы под самолет нырнули. В самолете что-нибудь есть интересное или нет? Нет, стоп. Блин, эта штука слишком мощная. Опа, хпшечка. Ну-ка, чувак. Ууу, как тут всех бомбануло-то. Ты не офигел, ты, блин, вот щитовик реально бесит. На тебя батарейки сейчас вытащу из твоего аккумулятора. Во-во-во, 18 хп! ХПшечка есть. Этот, не дробаш, а плазму. Все, наконец-то. Давай сюда, давай, все, чувак. Тут еще спамер бегает. Опс. Разогрели. На самом деле, это немножко не то, чем я хотел стрелять, но так тоже получилось неплохо. Нафиг. Иди сюда, говорю. Вот так. А как там, как туда пройти? В смысле, ревенант? Откуда тут ревенант взялся? Вообще смешные. Я хочу туда как-то попасть.
моя, ты, наверное, не отсюда, да? Вот, отсюда я пришел. На те ворота мне пофиг, а мне нужна медалька, собственно. Блин, ладно. Тут у нас подъем наверх, я думаю, что это нас туда и приведет. Промывка мозгов. Опс, это я пинки так раздолбал. Блин, я вообще нажимал добивание для того, чуть-чуть. Пять хпшек осталось. Идите сюда. Ну, в смысле, не 5 хпшек, а 5 патрошек осталось. Ну ты неудачник. Блин, знаешь, демон-неудачник. Бывает же такое. Вот как сюда добираться. Оу, тут еще и газетка есть. Еще и бензинчик есть. Есть. Забрали. Не пойду я в испытания, я вам говорил уже, ребятки. Это не про мое нынешнее прохождение все эти испытания сейчас. Так что уж извините. Кстати, давайте с вами посмотрим. У нас на костюм есть 4, целых 4. Тут у нас что? Дэш восполняется быстрее. Да, давайте. Нормально, мы с вами... Что у нас по дэшу осталось? А, вот еще скорее, чтобы режимы оружия менялись. Тоже круто. И на самих оружиях тоже можно... Стоп, арсенал. На самих оружиях это тоже можно сделать. У меня 5 очков. 5 очков. Турелька. Что там турельку? Fast gunner, increase movement speed while... А, вот это прикольно. Увеличивает скорость движения, пока находишься в состоянии мобильной турели. Наверное, я на это поднакоплю еще один очок. Очок так можно было? Вот. Эй. Они же друг друга-то реально не мочат. А, на него ты огнемет не хотел использовать. Вы просто руками махались, да? Лицемерные твари. Оп, оп. Оп, оп. Неплохо, неплохо. Ты не офигел? Не офигел, говорю, так поступать-то? Два хеда, ты хорош. Гранатовых хеда, я имею в виду. Так, это у нас... Во, плазма на тройке. И плазма у нас сейчас с нагревательным патроном идет, так что норм. Бензинчик. О, секретик. Змеи эти твари, ненавижу их. Фа-фа-фа-фа-фа-фа. Поехали дальше. Да хорош! Сдохни! Кто меня так мочит? Все, на. Узбогойся. Ой, тут есть этот демон-пинок. Хм, хпшечка. Спасибо, пригодится. Надеюсь, я их не просру все там до какого-нибудь босса или что-нибудь такое.
вся плазма закончилась. Может, ракеты нереальные? Ладно, давайте вот этим. Тут все горит, все пылает. Блин, мне понравилась эта фраза. Никто не рождается грешником, вам придется хорошенько постараться. Здравствуйте. Как я это мог? Я это мог сейчас реально упустить просто. Что же мы возьмем? Блин, у нас уже реально выбор рун подходит к концу. Их осталось 4. А, вот, враги, убитые панчем, выкидывают здоровье. Хорошо. Осталось 3 руны. Вообще красиво. Меня, ребятушки, смущает. Знаете что? Мы открыли уже много рун, много обилок, много способностей, много-много-много всего. Где моя чертова БФГ? Блин, может наоборот, надо было вверх пойти, я там что-то упустил. Сейчас мне теперь это будет мучить. Лифтик, пожалуйста. Оп. Я не то имел в виду про лифт тогда, ну ладно. Пока немножечко разнесло. В смысле, блин? В смысле, блин? Есть. Есть. Вот сейчас бочечка неплохо зашла. Это, по-моему, не так часто бывает, но сейчас бочка прям неплохо зашла. Лезь тебе в глаз. Есть, главное, червяка убили. Червяк меня всегда бесит. Ух ты ж, сколько вас тут! Чувака немного бомбануло. Ой, блин. Плазму? Да, давайте. Неплохо. Чуваку досталось по лицу. Просто. Менкобус, серьезно? На! Блин, одну хпшку потратил. Ну тут просто адище творится. Мои патроны. Вот такое вообще не делал. Все, я слил обе свои экстра жизни. Когда я сказал, что я надеюсь, что я не потрачу эти обе жизни до встречи с боссом, блин. Что они делают? Они берут, сливают мне все мои две жизни.
Ладно, не они, я сливаю. Пинки. У меня осталось 3 ракеты. О, тут можно немножечко на кухне. Что за портал? Так, бензинчика мне под запас. И вообще-то нам туда. А что это за портал? Куда я попаду? Я мог взять ярость, да? Черт. Вот этого я не знал. Печалька. Ладно. Пойдемте. Это все из пушек, что у меня осталось, да? Не-не-не, все, Пинки, давай, до свидания. Я за патронами. А теперь можно и с Пинки поговорить. Неплохо чувака так помпануло. О! Да ты нифига такой быстрый для таких размеров. До свидания. До свидания. ХПшку, чувак. Опа. Так. Резонанс. Тоже до свидания. О, бензинчик. Неплохо. Так, 2 своих экстра жизни я прохавал. Нормально, удаченько так. С мэнкубусами этими провозькался. Твою за ногу. Это было сейчас печально. Ладно, поехали. Кто-то там что-то вяленько перестреливается. Такие птю-птю-птю-птю-птю. Мне что, тут портал? Вы нафиг издеваетесь? Пойдем. Твою! Что? Нет! Я оценил. Меня вот здесь выплюнуло, да? Что-то вот эта тема мне немножечко сталкера напомнила. Помните, там была такая фишка, что тоже нужно было по порталам скакать? Ладно, нам вроде вверх. А, нам же нужно эти зенитки перенаправить, точно. Да, я вообще забыл, что мы делаем. Просто месиво, просто вперед идем и все, нормально. Так, значит. У нас сейчас только один путь. Я на всякий случай обхожу все-таки секретки, все дела, но... Я в лифте, я думаю, как я туда доберусь? Портал какой-то, трамплин, что-то... Нет, просто лифт. Я этим не управляю сейчас, если что. Мне не дали выстрелить. Серьезно. Для этого нам нужна вторая турелька. Ну ладно, пойдем. Знаете, в чем прикол? Я сражаюсь с демонами точно теми же оружиями. Как и все остальные люди. Я не могу сказать, что я какой-то там чрезвычайно неординарный.
ручка. Сколько у меня их? 3. Блин, мне бы 4. Я, так вот, о, привет. Our trans-dimensional friends shall not walk on tainted ground. Earth must be cleansed. Мне интересно, почему для демонов... To live for the UAC is your duty. To suffer for the UAC is a privilege. Жить для этого, это ваша должность, сострадать, это ваша привилегия. Нормально. Мне интересно, это же все типа... Милочку, или это все для людей репрезентуется? Потому у нас спикер такой на человека похож. Это ж по идее демон и все. Ну ладно, короче, забейте. Куда выходить сюда? Это было подло, если что. Это было подло. Второй раз меня уже вот так вот сваливают, опрокидывают. Топинки, свали ты от меня. А, он просто сдох, потому что ему хвост расстрелял. Нормально. Терминаторы. Здравствуйте. Там этот, жетончик. Стоп, 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 я его обязан взять. Почему-то они здесь представлены именно такими рыцарями. Возможно, это как-то связано с лорами игры. Уж, ребятки, извините. Нормально. На пинке это сработало. Вот как раз патроны заканчиваются. Блин, да хорош! Но мне это уже, честно, реально просто бесит. О, сюда можно просто так попасть? Ну, в принципе, знаете, мне уже такими темпами дают... Так, это будет быстрее, это будет производиться тоже быстрее, и тут тоже быстрее. А, получаешь, короче, бонус скорости. Все, осталось две руны не открыты. Я тут просто через завал пробрался такой, и нормально. Привет, ребятки. Он просто сдох, ну нормально. Так, щитовик, стоп. О, не-не-не-не-не-не-не-не-не. Сдохните нафиг. Такой в замедленном кадре всего такой. Оба-на! Красиво. Оба-на! Красиво. Так, чуваки, нам надо распилить это дело. Ох, как разнесло-то. Не-не-не! Фига в пинке!
Блин, они меня тупо блокируют. Блин, давай жизни. А ты заманала, блин. Дайте мелочь какую-то, а то у меня опять патроны заканчиваются. Все, я всех убил? Нет, не всех. Хорошо, вот ты идешь на патроны. Ты не офигел так уворачиваться? Жизни. Вовремя, 4 хп осталось. Хоть какие-то жизни дайте мне. Где он? Кто меня бьет? Блин. Бронька. Иди нафиг, иди нафиг. Есть аптечки? Дайте мне аптечку. У меня хпшки вообще не осталось. Он наверху, да вы серьезно? О, аптечка. И дробашек. А это что такое? Это скорость? Да, это чудовищная скорость. Фух, неужели? Чуть не убили, гады. Раза два чуть не убили. Чё тут внизу? Зачем мне сюда? Ну блин, ну пойдемте схожу. Плохо с собой не разобрался. Патроны, ребят. Что я здесь делаю и куда я попал? Это же явно какое-то бонусное, блин. Что? Бонусное какое-то место. А ничего тебе больше не надо? То есть мне надо было пройти вообще в другую сторону. Ого. Батарейка. Окей, батарейка меня вполне устраивает. А, кнопка. Я отвык от кнопок. Наши грубые методы не предполагают использование кнопок, ребят. А,
неплохо. Блин, ну вот казни мне тут реально очень нравятся. Почему их это не бьет? Ладно, тут заперто. Тут тоже ж явно что-то. Смотри! Потом, кстати, заканчивается. А что я тут не могу сделать? Я что-то нажал? Давайте с плазмой туда походим. Знаете, чекпоинт достигнут. А, мы здесь в лифте оказались опять. А, интересное кино. Окей, теперь мы явно поедем наверх. Нам куда-то далеко. Ладно, ребят, кстати, все эти выполненные челленджи, это удивительно. Давайте, наверное, пока что на этом серию закончим. Пока мы достигли чекпоинта, по крайней мере, нас загрузят потом с этой точки. Это будет хорошо. Эта серия была очень интересная. Мне понравилось, особенно вот эти вот последние секреты, которые сейчас мы поднаходили. Было прикольно. Все, ребят, спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем оладуши. И всем покеда.